Заходи! У нас для всех сюрпризов хватит! И кто эта девочка? Маша из соседней деревни. Это она всех зверей подговорила бороться за лес. Маша, значит. Ну что же, Маша, у меня тоже для тебя есть сюрприз. Завтра, когда она будет идти к медведю, нужно похитить ее. Сделаем, шеф. Ну, здравствуй, Маша. Можете развязать ее. Ну что, Маша, поможешь нам выгнать зверей из леса? Нет, никогда. Причёсочка у тебя какая-то скучная. Давай-ка вот эту примеришь. Ну как, нравится? Нет, не нравится. А так? Смотри сюда. Ой, кто это? Это ты. Твой новый образ. Нет, нет. Да, ты теперь одна из нас. Ну вот, теперь можешь идти к своим друзьям. Я не хочу быть зомби. Мишка, это я, Маша. Зомби, зомби! Ну что, Маша, не узнали тебя твои друзья? Ой, шишку тебе какую набили. Не хочешь им отомстить? Нет, расколдуйте меня немедленно! Я должна что-то придумать. Только я сама могу себе помочь. Что же... О, кажется, придумала. Ну вот, готово. Что это с нами? Почему мы все в прыщах? А ну, рассказывай. А, это ветряная оспа. Заболевание такое. У нас в лесу каждую весну эпидемия. Это опасно? Не очень. Вымирает только половина зверей в лесу. Половина? Ну да, но не все же. Так что не бойтесь, может быть, вам повезет. А если не повезет? Тогда умрете. Умрем? Мы не хотим умирать. Ты можешь нас вылечить? Ну, есть у меня одна сыворотка от ветрянки. Но зачем мне вас спасать? Вы меня в зомби превратили. Лес наш захватить хотите. А если умрете, вот и решение проблемы. Маша, обещаю, если вылечишь нас, уйдем из этого леса навсегда. Никогда сюда не приблизимся, раз тут такие болезни водятся. Ну ладно, только для начала расколдуйте меня. О да, да, конечно, сейчас. Ну все, Маша, ты расколдована. Отлично, сейчас буду вас лечить. Ой, а шприц небольшиватый. Да нет, в самый раз. Вы же вылечиться хотите? Так, получай. Ой, как больно. Но зато все прыщи с меня осыпались. Ну вот, вы здоровы. Пока. Почему пока?
Ой, потому что у нас в лесу после ветрянки обычная эпидемия кори начинается. Страшная болезнь. Шеф, нужно уносить отсюда ноги. Другой себе лес. Без болезней поищем. Да, уходим. Вот так я их обманула. Они поверили и сбежали из нашего леса. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на наш канал.